Детский развивающий центр «Вершина» – это проект от специалистов с многолетним стажем. Опытные педагоги занимаются с детьми от 1 года. В центре проводится подготовка к школе, изучение иностранных языков, работает танцевальная и творческая студии, действует клуб исторического моделирования, театральная студия, проводятся занятия с детским психологом. Создавалась организация не с нуля. Под брендом «Вершина» уже действуют центры в Волгограде и даже близких к нам Мытищах. Организаторы проекта реализовали в первую очередь свои мечты. Очень хочется, чтобы здесь было, ну, во-первых, уютно, комфортно находиться всем. Вот. Затем самое главное, что я подбирала педагогов с опытом, с высшим образованием, у всех высшее педагогическое и психологическое образование. Потому что у меня у самой 2 детей, и мне бы хотелось, чтобы это было качеством. В центре действует группа продленного дня. Ребята общаются, играют и, конечно, выполняют домашние задания под присмотром педагога. Это весьма полезно для работающих родителей. Да и для ребенка делать уроки в коллективе намного интереснее, чем зубрить дома в одиночестве. Стоимость пребывания в такой группе весьма демократична – от 220 рублей за 4 часа. Мы сюда приходим как домой. Нам здесь очень комфортно. Вот. Мы отдыхаем сначала от шумной школьной заботы и приходим сюда, нас встречают добротой, улыбкой. Немалая часть занятий посвящена детскому творчеству. К примеру, в центре происходят чудеса на песке. Это развивающее занятие с использованием песка, воды и музыки. Подходит для детей от 2 до 6 лет. Английский язык можно изучать с 4 лет. И, конечно, готовить детей к ГИА и ЕГЭ по этому иностранному предмету. Также проводятся занятия по вокалу, бэби-фитнесу, а для ребят постарше уже преподают хип-хоп и электроденс. Ивантеевцы успели по достоинству оценить работу центра. Во-первых, нам очень удобно территориально. Понравился педагогический состав, администрация, достаточно удобно расписание. У меня ходит сюда и старший, и младший ребенок. Старший ходит на подготовку к школе, а маленький – мини-сад. В каждой комнате есть видео, и можно, в общем-то, посмотреть, что происходит. Для родителей, я считаю, очень удобно. Доступность здесь очень хорошая. А вот о безопасности стоит сказать поподробнее. Все комнаты и пособия соответствуют нормам Санпина. Оборудованы бактерицидными лампами, современной системой пожарной сигнализации. Здание под круглосуточной охраной, есть тревожная кнопка. Центр оборудован видеонаблюдением. Следить за занятиями можно как в холле, так и с экрана своего мобильного устройства. Иными словами, будучи на работе, вы всегда сможете увидеть, чем занят ваш ребенок. Детский центр «Вершина» находится по улице Ленина в доме номер 14 за 7-й школой.